пришел, есть заветный дом. Гимназия сегодня – это активная, предельно открытая к окружающему ее социуму школа. Педагогический коллектив поддерживает активность детей, придает образованию деятельностный характер и наполняет пространство гимназии демократическим содержанием. Гимназия осуществляет образовательный процесс в одну смену. В ней обучается 889 учащихся. В коллективе гимназии трудится 90 человек, из них 62 – педагогические работники. Стабильно развивается материальная база гимназии, пополняется библиотечный фонд, обновляются интерьеры холла гимназии, коридоров, кабинетов, отремонтирован спортивный зал, зал ритмики, оборудована детская спортивная площадка, построен спортивный корт. Кабинеты оснащены автоматизированным рабочим местом учителя, в 7 кабинетах установлены интерактивные доски. Успешно функционируют 2 компьютерных класса и лингофонный мультимедийный кабинет. В гимназии реализуется система «Сетевой город», позволяющая родителям активно отслеживать успеваемость и посещаемость детей. Вся гимназическая жизнь находит свое отражение на официальном сайте гимназии и в публичном докладе коллектива по итогам года. Наш коллектив в постоянном поиске. Побольше удачных решений, разумного риска чуть-чуть, и чтобы любые задачи нам были всегда по плечу.